Сегодня у нас 23 апреля 2017 года. Случился прорыв на Рыжковском пруду. Он, братья, заделывает. Вот это воскресный день сегодня. Вот батюшка Иоаким набирает солому с Анфисой. Солому берут. Вот он приехал на машине. Вот, и даже у нас тащит отрок. Степа. Давай, Степа, молодец. Старается. Да. Такой, ну вот так вот деревенская жизнь. Да. Все время в трудах. Бобер всех мужиков на ноги поднял. Да. Пусть работает. Какой бобер, оказывается? Пусть работает, скажет. Там такой ключ был. О-о-о. Вот это прорыв, ужасный, конечно. Ты вчера здесь был, нет? Нет. Мы позавчера были. Позавчера. Ну да. Я думал, он там размыл. Покажи то место. Угу. А как раз в этом месте ничего и не было такого. Вообще вода не шла. Ну да, 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 да. Вот он там подозрение было. Ну и он там обвал тоже. Здесь вообще не было никакого, да? О, мутная пошла вода. Наши достигли. Она там вдоль берега пошла туда. Вот здесь тоже он обвал случился. Тоже хотел уже на этой неделе заделывать, на следующую дни. Нет, это яма забитая, она может... Ты... О, а... Нет, там два отдельно, она же на яму ниже. Яма ниже, на полметра, на метр. О, проваливаешься. О. Копаю. Такой гейзер, да, будет? Да. На рыбу пойдет. Камчатки. Вы так, так не любите сейчас, пока надо... Это, убирайте, потом уже. Неожиданно. Опер сделал нору и пробило. Понятно, уровень воды упал, конечно, сразу. Видимо, на сливе уже сейчас почти ничего не бежит. Ну да, слив сухой. А тут вода бежала, потому что там уровень ниже. К сожалению, и вот тут этот уровень подмыло. Вот. У нас... Ну и там под низом все-таки бежит. Досками. Где-то тоже, видимо, заходит в нору какую-то. Но ее не видно, вода стоит, не видно. Какие потоки уходят в воду. Сейчас мешки закладываю в глину. Там
чтобы не мешалось. А? И зачем двигать мешки? Чтобы ее не вымывало. Слава Богу за все.